Дорога на Илек открывается печальной картиной. Передвигаясь по эстакаде, автолюбители постоянно поминают недобрым словом. За трещин, ну, в принципе, приходится, знаете, вилять по дороге. И с одного ряда в другой перестраивается, вот как по шпалам вот едешь все время по этому мосту. Сегодня мост больше похож на конструктор «сделай сам». Его ограждение давно вышло из строя, и теперь его заменили на довольно странные конструкции. Ну а лестница напоминает настоящую полосу препятствий. Сегодня мост морально устарел, и опасность представляет не только разрушение самой конструкции, но и плохая обзорность, а оттого постоянные аварии, в результате которых движение на мосту замирает. Опасно ездит, по правде говоря, и повороты большие, не осматривается, когда слева заезжаешь, постоянно аварии бывает там. Требуется развязка на мосту, потому что очень много скапливается машин, особенно в час пик. Утром, вечером. И если авария там какая-то, то машины стоят по 2-3 часа. Главный дорожник города Михаил Серегин признается, эстакада сегодня требует ремонта, но ситуация пока не катастрофическая. Там есть определенные конструкции, которые как бы требуют ремонта. Они носят там неудовлетворительный характер. Но такого понятия, как аварийность или там угроза жизни, там чего-то такого сейчас нет. На мосту действует ограничение по массе для большегрузов и по скорости 40 км в час. В 2011 году в администрации разработали проект реконструкции, но основная загвоздка – финансовая сторона вопроса. Порядка 120 миллионов будут стоить эти мероприятия по ремонту. Вообще необходим, конечно, капитальный ремонт, и это, конечно, все очень капиталоемко, но такая проблема существует. Поднять такой проект в одиночку администрация города не в силах, поэтому необходимы дотации из регионального бюджета. Тем более эстакада соединяет областной центр с юго-западным Оренбуржьем. Александр Ефанов, Константин Воробьев. Наше время.